В Рыбинске поймали цветочного вора. Преступник грабил исключительно ларьки с цветами. Подробности расскажет начальник отдела информации и общественных связей областной полиции Марина Кокуева. Она на прямой связи со студией. Марина, здравствуйте. Чем закончилась эта история? Маргарита, здравствуйте. В Рыбинске сотрудниками полиции раскрыт ряд преступлений, совершенных ранее. Сотрудниками уголовного розыска задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в совершении серии хищений из цветочных торговых павильонов, где он похищал цветы, мягкие игрушки, денежные средства. Полицейскими установлена его причастность к совершению трех таких краж, а также одного разбоя в микрорайоне Западный, где, угрожая ножницами, похитил в торговой точке денежные средства и пиротехнику. В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела, им даны признательные показания. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование продолжается. Напоминаем, при совершении любого преступления правонарушения сообщите в полицию по телефону 02 с мобильного 102.